Благо, эта ночь осталась позади. Хотя она еще не раз навестит меня в жутких кошмарах. И если я проживу еще достаточно долго, и когда-нибудь снова мне повезет оказаться в теплой постели, где удастся хоть на мгновение поверить, что все не так уж и плохо. В тот самый момент нежная рука дремоты приоткроет дверцу. К беззаботным снам и к своему ужасу я окажусь в этом лесу, где ужасные тени будут подходить все ближе. Я буду смотреть на них, не способный ни на какое движение. Я буду молиться всему, чему только можно, умоляя лишь об одном, хотя бы еще раз увидеть теплые лучи солнца, прорывающиеся через плотную завесу ночи. Все же новый день наступил, словно удар под дых во время драки, заставляющий выдохнуть и провопить протяжный вопль. Необходимо идти дальше, надеясь только на лучшее.